Всем привет, YouTube привет. Вот очередной проект. Машинка у нас Алмера, Ниссанчик. Здесь будет небольшой такой сериал подробный, как ребята просили. Здесь будет бюджетная такая обешумка по машинке, по этой мовилька. Ну и устранение как бы заводских недоделок, на мой взгляд. По машине будут ставиться тут еще дополнительно защита крыльев на все четыре колеса полностью, которая закрывает. Будет все это сниматься, мовилиться, промазываться, обешумливаться. Где-то шовная мастичка наноситься, более свежая. Ну, машинка уже немножко пробежала, но так она достаточно аккуратная, ухоженная машина. Решили как бы ее проконсервировать, подзащитить где надо. Немножечко подобесшумить, потому что машина будет разбираться. Ну и как вот ребята просили показать поподробнее с комментариями, с пояснениями, где что делаться. Вот сейчас она пока у нас собранная вся. Вот сейчас будем ее разбирать, раздевать. Салон и прочие двери снимать. И потихонечку все это будет сниматься поподробнее с комментариями, так как вот многие ребята просили, спрашивали, что как. Ну и как бы просьба была все это разжевать поподробнее, как это все делается, с комментариями и прочим. Опять же будет учтен момент такой, что предыдущие видео я делал, там у меня то ли фильм был, то ли радио он балалайка стоит было, и YouTube начал ругаться, возмущаться, что контент чужой я использую и так далее. Пришлось заменить на музыку, которую предлагает YouTube. Ну и в связи с этим как бы у ребят вопросы. Вот, поставили туда музыку, а ничего не слышно, только изображение. Сейчас я буду снимать без всяких музык, только со своими комментариями. Ну, кому-то может быть это пригодится. Ну все, потихонечку начинаем. Начинается разборка. Вот потихонечку начинаем разбирать багажник, смотреть, вот что как здесь устроено. Вот, освобождать будем все, проклеивать, промовиливать, вот, чтобы и обешумочка тут у нас присутствовала, конечно, не до безобразия по эконом-варианту, но чтобы она присутствовала. Опять же, вот такие нюансы, как вот здесь. Видно, тут уже и водичка попадала, и все, надо вот эти швы замазать, промазывать. Вот, вот эти швы промазать, стыки промовилить, вот все эти вещи, чтобы все было у нас, как говорится, хорошо и красиво, и аккуратно. Вот, продолжаем разборочку. Да, еще один нюанс, чтобы не заморачиваться, не мучиться. Вот, допустим, у нас крепеж, да? Снимаем его, такую планочку. Берем, вставляем крепежик обратно. И потом уже не будет проблемы, потому что когда разбирается полностью вся машина, есть ребята такие умельцы, разбирают, а потом непонятно, что откуда, что где стояло, что где не стояло, и куда чего ткать, и получаются лишние запчасти. А так в данном случае все это на своих местах. Опять же, вот сняли мы вот такую обшивку, вот эти пистончики все, вот они, вот они, вот пистончик, вот, вот, вот он. Видно, да? Вот они, эти пистончики. Я их ставлю назад. Потом, когда я буду собирать, не так уж много это времени отнимает, зато все пистончики, все эти как бы запчасти, я знаю, где они стоят, как они стоят. И они будут стоять на тех же своих заводских местах. Вот, пример. Вот он. Вот он. Ну и так далее. Вот, как я и обещал, буду подробненько все освещать, как и что я делаю пошагово. Вот, продолжаем.
сняли бампер. Вот, как я уже говорил, все болтики, все заглушечки. Вот, все оставляем на своих местах. Все это достаточно легко снимается, ставится и прочее. Фонари в данном случае, вот эти задние, я принял решение не снимать, поскольку они тут приклеены на таком герметике резиновом. Приклеены очень хорошо. Не вижу смысла их там вырывать, выдирать. Как бы смысла я не вижу. Ничего там такого криминального под фонарями нету, поэтому их решено было оставить, под ними там не мавилить, ничего не надо. Вот. Вот багажничек подразобрался. Там вон какая-то вот фигня еще, наверное, видно, с завода валяется. Да. Шутники видно. Заводская какая-то упаковочка со штрих-кодами. Мы ее выкинем. Бывают при сборке всякие шутки, сюрпризы оставляют в машинах. Ну, будем заниматься разборкой дальше. Собственно, зад, имеется в виду багажник, отделение разобрано. Вот, осталось снять вот здесь вот на самом багажнике. Вот здесь фонарики, потом вот этот вот пластик. Под ним там немножко есть смысл промовилить, чуть обесшумить. Вот этим сейчас мы и займемся. Снимем вот эту накладку багажника, задние фонари. И на этом как бы с задней частью на сегодня будет закончено. Ну вот, все пособирали, там где что стояло. Болтики все накрутили на все места. Здесь снимается съемником клипс. Вот. Как все видим, все болтики, гаечки поставлены на те места, где они стоят с завода, чтобы потом и не заморачиваться, и видеть все, где как стояло. Ну, еще можно снять вот пару фонариков вот этих. И в принципе остальное здесь ничего снимать не нужно. Уже есть доступ для работы. Как я уже говорил, задние фонари снимать не будем. Они там хорошо наклеены, и там как бы проблем нету. Вот эти вещи тоже пластик. Можно и снять, а можно и не снимать. Ну, тут ничего такого криминального не будет. Тут щели, в общем-то, такие есть, вентиляция есть. И, как видно, особо там грязь не забивается. Вот, все чистенько. На этом, в принципе, можно и закончить с багажником. Потом, конечно, когда будем мовилить и обесшубливать, это все дальше продолжится. Здесь уже все, как мы видим, снято. И опять же, все клипсочки. Вот они. Все стоит на своих местах. Вот так вот подразобрали зад, багажник. На этом с багажником у нас финиш. На сегодня хорош. Завтра продолжим разборку. Решил доразобрать немножко салон здесь. Начать разбирать. Потихонечку убирать. Вот они, обечаечки. Все пистончики, опять же, надо ставить по местам. Вот точно так же пистончики здесь. Вот они внутри есть. Поприклеил их. Потом отклеил, подписал. Задняя правая, задняя левая. Вот, чтобы потом ничего не думать, кто где у меня стоит и как кого ставить.